Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Это целый набор для спальни. Две портьеры и покрывало под названием «Мон Розье». Это наш бестселлер, он снова в эфире. Вам больше не нужно искать шторы и покрывало, идеально подходящие друг к другу. Комплект «Мон Розье» поможет вам быстро и без больших затрат создать роскошную, поистине роскошную обстановку в вашей спальне и гостиной. Грациозные узоры, нежная фактура бархата. Все это очаровывает с первого взгляда, правда? Всю эту красоту для вас подбирала Юлия Колосова, эксперт телеканала «Шоп-н-шоу». Настоящая фея текстиля. Юлечка, привет. Привет, Оленька. Я очень рада предложить вам готовое дизайнерское гармоничное украшение для дома. Сразу и покрывало, и шторы из роскошного панбархата в версальском стиле. В стиле королей и аристократии, которые жили во дворцах. Это приятно. Стиль Людовика. Это всегда статус и изысканный интерьер. Потрясающая, нежная, очень приятная такая пастельная гамма представлена сегодня. И, конечно же, выполнено все это еще из очень удачного, на мой взгляд, материала панбархата. Он на эластановой основе, это ткань, которая не мнется, очень прочная и выполнена очень хорошо с точки зрения пошива. Покрывало наше многофункциональное и на микрофибре, и с синтепончиком внутри. И прострочено все идеально. Все можно стирать в машинке, ничего не мнется. Это удачное решение для практичных хозяек. И к шторам это же относится. Они уже на готовой шторной ленте с роскошным витражным рисунком. И абсолютно не мнутся. Посмотрите, сколько преимуществ. Да, друзья, это целое готовое решение для вашего интерьера. Четыре цвета на выбор. Давайте их изучать. Итак, внимание, бежевый цвет мы сейчас видим в нашей студии. Покрывало и две портьеры в комплекте. То есть трио за 2999 рублей. Бежевый цвет, такой, знаете, вот не слишком навязчивый, расширяющий пространство. Зеленый оттенок, успокоительный, именно так я называю подобные оттенки. Кофе. Ну, слушай, кофе – это бесподобный цвет, он очень насыщенный, самый яркий, на мой взгляд. И розовый цвет для нас, для девочек. Как же пудрово будет и легко смотреться ваша комната. Четыре цвета на выбор. В комплекте вы получаете две портьеры, размер каждой 150 на 270 сантиметров. Шторная лента у нас тоже в комплектации, и покрывало, Юля, давай прям покажем. 220 на 220 сантиметров. Огромные евроразмеры, точно из такой же ткани, что и портьеры. Один раз, Юлечка, у нас в эфире был этот набор, и за одну презентацию было продано 400 таких комплектов. Это действительно самое выгодное предложение, ну, все в едином стиле, по рекордно низкой цене, которая действует только сегодня, со скидкой 75%. Вместо 11 тысяч – 2999 рублей. Юлечка, вот мы сейчас, когда в новую квартиру переехали, мы шторы-то уже купили на пошив, да? А покрывало пока еще откладываем. И нам подсказал наш дизайнер, говорит, а вы пока просто покрывальце купите, да, вот такое обычное, по тону подходящее. Мы купили, да, подходит, но не совсем. Все равно, знаешь, не в единой ткани и уже как-то не гармонично. А ты знаешь, а ведь без ремонта, без масштаба, масштабных преобразований. Можно комнату так обновить, так преобразить, просто поменяв два интерьерообразующих места, заменив покрывало, которое находится в центре комнаты, добавив туда роскошных тканей, и чтобы шторы вторили по эстетике и по цвету. И сегодня у нас все сложилось. У нас сразу и покрывало, и роскошные портьеры с витражным рисунком, выполненные в стиле версальских дворцов, с роскошным растительным орнаментом, с цветком граната, с потрясающими геральдическими лилиями, очень которые красиво были присущи временам Людовиков. Очень красивое решение, действительно статусное, которое подчеркнет ваш хороший вкус и подойдет в любой интерьер, любой абсолютно, все от классического барокко до хай-тека. Так что сегодня все выберут свою красоту. А как на шторах смотрится этот потрясающий узор с блеском, листья аканта и пальмета, роскошный цветок граната, как красиво выполнено здесь сама по себе конфигурация, то есть как расположены цветы. Это целый художественное произведение для вас. Очень красивое решение, легкое, воздушное, много света и воздуха в вашем доме. Дизайнеры, Олечка, вдохновлялись версальскими дворцами. Да, потому что там как раз-таки вот они, да, мы видим, повторяются рисунки. То есть эта эстетика вся, она чувствуется в нашем решении «Мон Розье». Поэтому вы подчеркнете ваш хороший вкус. Может быть, подарок кому-то прекрасный сделаете. Шикарный подарок. Еще раз напомню, в комплекте вы получаете две портьеры и покрывало огромного размера 220 на 220 сантиметров, которого хватит даже на диван. Давайте помечтаем.
Именно осенью хочется почаще мечтать, да. Чтобы депрессии не было. Давайте помечтаем о вашей новой гостиной, о вашей новой спальне. Ведь этот набор вы можете использовать и в спальне, и в гостиной. Покрывало универсально, большого размера и для кровати, и для дивана подходящий. Ну и посмотрите, какой роскошный интерьер. Когда к вам придут гости, они ахнут от удивления. Это настоящее королевство, которое завораживает своей необычностью. Юлечка, ну вот хотела тебя спросить по поводу практичности. Вот представь, мы будем периодически садиться на диван, вот так вот, да? И, соответственно, мы постоянно садимся, и бархат может испортиться. Представляешь, бархатный диван, а? Это же ненадолго. Бархатный диван – это шикарная эстетика, но при этом бархат у нас максимально практичный, поэтому не переживаем, бархат на эластановой основе. Пан-бархат, причем не имитированный, а именно настоящий. Ну что же, зеленый цвет посмотрели, бежевый вариант у нас есть, а роскошный нежный розовый, вы посмотрите, жемчужная просто красота. Боже. Сколько в нем света и простора. Да, ну что ж, друзья, мы сегодня с вами выбираем нежность, мы сегодня с вами выбираем необычный комплект за 2999 рублей, две портьеры и огромное покрывало. Слушай, ну вот давай сейчас с тобой все-таки посмотрим, да, на бархат и поймем, насколько это практично. Практичный материал, потому что на эластановой основе. Вот мы сейчас, кстати, с вами видим, многие подумают, может быть, это напыление такое бархатистое. Нет, это именно плетение, единый материал, цельный, поэтому не вытягивается, хорошо живет во время стирок, да, совершенно не портится по цвету, по структуре. Покрывало наше еще и укреплено синтепоном, второй стороной, стежкой, поэтому смело можете стирать. Я покажу вам сразу, эта ткань еще и не мнется. Испортить как-то механически, повредить ее невозможно. Для покрывала она просто идеальна. А шторы тоже не нужно гладить. Это огромный сюрприз хозяйкам. Плюс, потому что мы обычно боимся их прижечь. В этом случае мы просто стираем 30 градусов и не гладим совершенно. Так, и еще нужно проверить, друзья, моя любимая горка. Съезжаем. Я съезжаю, покрывало не съезжает. Почему? Потому что не скользит за счет прекрасного основания из микрофибры. Так, друзья, собираем готовый ансамбль. Берем еще кисти, подхват нам пригодятся. Гардину тоже возьмем за 999 рублей. И комплект постельного белья, который мы будем укрывать огромным покрывалом. Размером 220 на 220 сантиметров. Целый комплект, две портьеры, покрывало за 2999 рублей.